блядь, у меня 6. Да ебаный ты в рот, на. Я в 3 квадратах. Тени куда-нибудь. 384. Да надо сейчас X возьмет и убьет. Ты где сейчас? Ты плывешь, ебаный ты в рот. Егорик, 5 человек сбил. Боже мой. Вот свезло так свезло. Один раз умер, обычно наоборот. Рога наоборот. Растет над собой. Говори. Глядишь, увидишь его в первых рядах дуэлянтов, блядь. Икс, ты что там затих? Где ты? Реш, ты куда идешь? А я над Сталинградом. Не знаю, куда идти. Ты начал бомбочку. Ты бомбить не будешь? Бомбочка пойдет сюда на артиллерии. Я нет, я истребитель взял. Ой, а я тоже на фуке с бомбочкой. А на я арту. Мы вместе взлетали. Вот я... тварь какая. Красничок, блядь, на пу- по пути меня встретил, а? Ты посмотри, проститутка. Чё? Убил? Ну, пострелил? Нет, я в облака, плащ невидимку. Бежать. Это и отвратительная рожа. Надо фокус бомбочкой атаковать. Так, 1.5 квадрата. Ты на арте? Угу. Где нашел? Thank you.
Тебя что ли ранили? Наши склады из гражданцы. Очень далеко. Трасса никакого расстояния. Бля, может бомбы тоже взять ебануть, бля. Вон еще стрельба. Смотри, смотри, 315 между облаком. Так. Веришь? Стрельбу. Хуй знает, может фантом какой-нибудь такой. Так, у меня красный еще один. Макс, ты где? А, бля, 350-х. Нашим артом приди.
На юг, окей, иду. Высоко, низко. Так. Чуть-чуть западнее приди. У меня тут красный по нулям на. Хорошо, сейчас буду. Пиздаем. Блять, это ты забэмбал. Ааа, блядь, сука. Думал, я его не вижу, нахуй. Но тут подкрался, пиздец. Шел за мной, нахуй. Такой фальт такой отвернул, чтобы со мной не связывался. Я хуяк за ним, он вираж. Я ему на нахуй, без крыла, блядь. Читер. И Горику, по-моему, это... Рад, да, хмыть-то прилагать немножко. Всем привет, это мистер X. Сейчас я вам немного покажу момент, в который многие из вас попадают, улетают на фоках, но многие даже не понимают, что нужно делать в таких ситуациях. Просто уходят, убегают, а ситуация довольно-таки простая и очень легко даже атаковать противника. Главное разорвать дистанцию, чтобы был примерно километр. Ну, если будет меньше, то это будет проблематично сделать такой маневр или атаку. Разрываем дистанцию где-то до километра, и высота между нами должна быть где-то, ну, хотя бы 200 метров мы должны выигрывать. Дальше вытягиваем. Вот видите, я вытягивал противника до где-то до 300 км в час. Потом что нужно сделать? Нужно опустить нос и разогнаться до где-то 400 км в час. 384-400 будет довольно-таки нормально. Видите, сразу мы отрываемся от него, имеем большую скорость. И после этого маневра мы уходим наверх на разворот. Желательно делать левый разворот, так как у якоря левое вращение винта, и ему будет сложно уходить в левый разворот за вами на свечку. Вытягиваем. Здесь уже включаем боевые закрылки. Вот здесь вытягиваем, когда перекладку делаем, выпускаем щитки на посадочные. Зависаем и держимся. Теперь делаем плавный, очень с применением педалек, правой педальки. Очень плавно все делаем и выходим на огневую позицию. Плавный разворот. Если вы будете стараться делать все очень быстро, то вы просто-напросто можете сорваться. То есть вы потеряете управление над самолетом, и фока просто срывается в штопор, и вы теряете преимущество в бою. То есть вы просто проиграете бой. Посмотрите еще со внешки, как это было. Ничего, в принципе, сложного нету. Потренируйтесь, старайтесь. Самое главное, в верхней точке научиться хорошо делать перекладку и делать хороший разворот. Самое главное в этом, это очень хороший разворот. Ну все, всем пока.